2010 году на вопрос, как бы вы описали свое нынешнее внутреннее состояние, вы ответили: беспокойное. Я боюсь, что мы не используем тот шанс, который дает нам история, мир. 4 года спустя, 2014 год, в ответ на этот же вопрос вы сказали: мое беспокойство не ослабло, а усилилось. Вот теперь у нас 2019 год, еще 5 лет прошло. А что вы ответите на этот вопрос сейчас? Каково ваше внутреннее состояние? Оно, пожалуй, такое же беспокойное, но страна последние 6 лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными, эффективными. В этом смысле мы находимся в такой ситуации застоя, скорее, экономического в первую очередь, который не дает оптимизма.